Здравствуйте, меня зовут Александра Федорова, я руководитель редакции гуманитарной литературы и публицистической издательского дома «Питер». В начале 2018 года у нас вышла новая книжка Эдуарда Лимонова, публициста, поэта, политического деятеля под названием «Монголия». Книга получилась достаточно интригующей и по внешнему виду, и по внутреннему содержанию, но на самом деле по мере знакомства с текстом читателю открывается замысел автора, который поражает своей простотой. В книгу вошли эссе «Воспоминания» и рассуждения Эдуарда Лимонова о политике, о будущем, о времени, проведенном в тюрьме Лефортово, о поездках по Байкалу, о жизни в Америке 70-х годов. И, как сказал сам Лимонов, книга действительно получилась очень простой, но, возможно, этого нам иногда и не хватает, рассказов о сложных вещах простым языком. Данную книгу вы можете приобрести на сайте нашего интернет-магазина, а также в магазинах своего города. Всего доброго, спасибо за внимание.